И сегодня же глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов вместе с сыном возложил цветы и венки к вечному огню на аллее героев и мемориалу памяти воинам. В торжественной церемонии также приняли участие спикер парламента Александр Иванов, председатель правительства Мурат Аргунов, глава администрации Мурат Озов, мэр Черкесска Алексей Баскаев, руководители силовых и правоохранительных структур. Было отмечено, что сегодня с глубокой благодарностью и уважением все вспоминают тех, кто погиб в годы войны. Благодаря их мужеству и любви к Отечеству удалось победить. А сегодня дело поколения победителей продолжают наши доблестные воины.